короткий видеоролик из торгового центра «Гулливер», Киев. Мы находимся вот около бутика «Анабель Арто». Приятный, светлый. Заходим внутрь. И что мы видим? У них очень популярны вот такие вот рисунки набивные. Гапчинска. Их художник, модельер, очень известный в Украине. Купальники. Идет цена на купальники вот со скидкой 1000 гривен, 25 долларов. В общем-то 700 гривен. Хорошие цены, 1000 гривен. Купальники Анабель Арто. Здесь то же самое. 20-25 долларов. 30. Самый дорогой, по-моему, 40 долларов. Но это самый дорогой. Вот здесь вот смотрите, купальники. Колготки. Журнал «Белье и колготки» Worldwide Lingerie Guide. Здесь тоже скидки. Ну и вот такая. В общем-то, комплект стоит самый дорогой 1000 гривен на 40 долларов. Это самый дорогой комплект. А такой недорогой в 2 раза дешевле. Ну вот люди уже подбирают себе что-то, покупатели. Как вам работается? Нравится? Очень нравится, да. Давно вы здесь работаете? 3 месяца. Всего лишь? А магазину сколько? Этот открылся в конце июня. То есть в этом году открылся, да, недавно? Только вы работаете с самого открытия? В этом магазине, да. А раньше работали с маркой, с этой? Нет, нет. А с бельем? Покупала для себя, очень понравилось, поэтому пришла в эту фирму работать. Вот как хорошо. Да. Как реагируют покупатели? На что? На белье Анабель Арто. Очень хорошо, очень многие знают, любят, приходят уже, они как бы постоянные покупатели, очень знают нас. Как бы фирма уже более 10 лет на рынке, поэтому уже многие. Ну, последние годы стало очень известно, конечно. Очень известно, да, зарекомендовала себя хорошим качеством. Хорошими ценами. Хорошими ценами, что немаловажно. И хорошими продавцами. Да? Да, хорошо. Старайтесь, старайтесь. Хорошими продавцами, да. Фирма обязывает быть вас на высоте. Хорошо. Ну вот люди получили у нас представление о магазинах Анабель Арто. Спасибо.